Чем конкурс «Ай-учитель» от Рыбаков фонда отличается от других образовательных конкурсов для педагогов? Я не говорю о тех замечательных призах и подарках, которые приготовили организаторы. И даже не о новом подходе к образовательным событиям или о его инновационном содержании. Прежде всего, я говорю о замечательной команде Рыбаков фонда, которая заботливо ведет участников конкурса от самого первого этапа до финала, выполняя все свои обещания, превращая каждый этап конкурса в замечательное, яркое образовательное событие. Спросите меня, откуда я это знаю? Меня зовут Емельянова Юлия, и я абсолютный победитель конкурса «Ай-учитель» 2016 года. Хотите узнать, что организаторы приготовили в этом году? Хотите попробовать свои силы? Дерзайте! Заявки принимают еще до 31 января. Вы не пожалеете!